фотографии. Ты готова? Поедем к твоему жениху, который в прошлый раз был. В прошлый раз не получилось, но в этот раз получится. Мы же щенков хотим, да? Гафи, ты хочешь щенков? Ну, поехали. Приехали. Ты рада? The next day. Чё там, Гафи? Как дела? Как дела? Щенки будут? Будут щенки? Хорошо время провела? Ну, молодец, молодец. Поехали домой. Соскучилась по печеньке? Поехали домой. Гафи, ты соскучилась? Соскучилась по печеньке, по рыжику. Да. Ну ладно, тогда пойдем. Пойдем скорее. Вот, Гафи по Максиму соскучилась. Вот Гафи и по печеньке соскучилась. Чё там печенька? Чужой запах, да? Надо облизать. 6 weeks later. Кто это у нас здесь такой пузатенький? Вот, покажи пузико. О, какой пузико. Вот, Гафи вам показывает, какой у нее пузико. О, вы видели? А это говорит о чем? Это говорит о том, что у Гафи скоро будут щенки. Ура! Рыжик, ты видел, да? Видел, что творится? Да. У Гафи скоро будут щенки. Представляешь? Рыжик немного в шоке. А немного в шоке он, потому что Гафи уже становится нервной и начинает Рыжика гонять. Без причины. Просто за то, что он рядом ходит. Ну, не всегда, конечно, но иногда. Да, Рыжик? И теперь Рыжик потерял власть в этой стае. То он был главным, а теперь он не такой главный, да, Рыжичек? Безобразие. А для Гафи мы уже приготовили вот такой домик замечательный. Там внутри ее любимая мягкая подстилка, на которой она любит спать. И пеленочка. Вот, видите, как
хорошо, шикарно так. И Гафи уже сюда заходила, понравилось ей это убежище для ее щенков. И она уже сюда, рыжика даже не подпускает, гоняет его отсюда. Можешь кушать? Вот, молодец. А то что-то она не хотела кушать. Я уж думал, она рожать собралась. Еще будешь? Гафи, ты что, замерзла? Вот, так как холодно, вот мы Гафи дополнительно в ее домик придумали вот такой коврик электрический, мы которым пользовались для обогрева щенков. Рыжик, смотри, пойдет, да? Да, сейчас мы его сюда постелим, на самый низ. Включаем его. Давай, Гафи, заходи туда. Он через какое-то время нагреется и будет очень-очень тепло здесь. Как раз для такой маленькой собачки, чтобы она не мерзла. И скоро Гафи здесь родит щенков. Она уже рыжика гоняет отсюда, чтобы он к коробке не подходил. Если он мимо проходит, то она на него лает, а рыжик убегает. Хороший домик? Классно, да? Ну все, пользуйся. Будешь там греться, блин. Как тебе домик? Да, ты бы сам хотел в такой греться? Нет, тебе нельзя. Ты же не беременный. У Гафи там щенки родятся. А вот и печенька пришел посмотреть, какой домик у Гафи. Рыжик говорит, что он тоже такой домик хочет. Как у Гафи. Да, Рыжик? Да. Рыжик тоже такой домик захотел. Ладно, потом Гафи, когда родит щенков, они чуть подрастут, мы этот домик тебе дадим. Хорошо? Договорились, Рыжик? Да, Рыжик говорит, он согласен. Все, мы с Рыжиком договорились. А печенька говорит, ставьте лайк все. И Рыжик говорит, все ставьте лайк, чтобы у Гафи были красивенькие щенки и здоровенькие.